Салам астарма, Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел бы посвятить эфир, в первую очередь, именно субботажу. Мы все знаем, что власть на прошлой неделе решила нам помешать провести субботаж в субботу. И было объявлено, что вирус, оказывается, начинает свирепствовать именно в субботу-воскресенье. Именно в тех местах, где мы организовывали субботаж. В этой связи мы субботаж перенесли на пятницу, и на прошлой неделе субботаж прошел очень хорошо. И в этот раз география была очень широкая. Более того, я даже получил вопросы и предложения от маленьких городов, где люди никогда не выходили на митинги. Численность этих городов небольшая, 50 тысяч, 30 тысяч, 70 тысяч. И вот они обратились ко мне с просьбой, чтобы мы на плакатах выставляли места проведения этого субботажа в их городах. Очень ярко прошел субботаж в Алматы, в Астане, в Шимкенте, в Ахтал, Ахтубе и разных других городах. Я хочу поблагодарить своих соотечественников, что вы поддержали эту инициативу и активно участвуете в такого рода акциях. Что мы хотим сделать, уважаемые друзья? Мы хотим, чтобы субботаж проходил весело, креативно, и ярко. Мы предлагаем для этого яркие цвета. Синий, зеленый, желтый. Я здесь вот в Париже часто хожу и вижу молодежь раскрашивать себя вот в три цвета. Разные цвета, колор <coughs> французского флага. И вот мы предлагаем использовать яркие цвета чтобы эти цвета символизировали наше веселое мероприятие субботаж многие еще <coughs>, до конца не осознают для чего мы делаем это такого рода акции дело в том что вы видите что любые митинги пикеты и так далее власть блокирует сейчас используя новый закон якобы прогрессивный который якобы носит уведомительный характер но в закон вбитый Столько разных поправок, по сути дела, которые предыдущий закон был вообще никакой плохой, этот еще хуже. Поэтому они думают таким образом задушить протест, хотят нас подавить, нас угнетать. Но известно, что лучший ответ такого рода режимов, авторитарных, преступных режимов, это смех и улыбка. И мы должны ответить смехом и улыбкой. И смеяться над абсурдными действиями режима. Сейчас вы все смеялись после того, как э, режим объявил, что в субботу, в воскресенье, оказывается, коронавирус свирепствует, а в будние дни коронавирус не опасен. Но я получаю множество сообщений, что автобусы забиты до отказа. И если уж есть риск коронавируса, то власть должна думать о том, чтобы эти вопросы решать, а не отлавливать людей, не закрывать парки там, где огромные территории, где люди могут соблюдать дистанцию и ничего не бояться. А цель у них простая, они боятся нашего объединения, боятся смеха над ними, боятся выглядеть абсурдными. И поэтому они препятствуют возможности нам объединиться на таких субботажах и выглядят очень абсурдными. Ну и конечно же, когда власть становится абсурдной, неадекватной, это вызывает недоумение, гнев. И таким образом мы формируем позывы в наших граждан, чтобы мы вместе, объединившись, добили смены такого неадекватного режима. Потому что если режим такой неадекватный, то как он может управлять нашей страной? Как мы можем после этого Выражать удивление, говорить, почему мы бедные, почему у нас нет жилья, почему у нас низкая заработная плата, потому что нами управляют неадекватные люди. Поэтому наша задача и этими акциями, которые невозможно запретить, фактически создать ситуацию, когда мы можем объединиться, объединиться на прогулках, объединиться на концертах. Давайте, друзья, приглашать музыкантов давайте и приглашать креативных людей, которые такого рода акции сделают веселыми и интересными. Когда люди не будут бояться, что они нарушили якобы какой-то дурацкий закон очередной этого режима. А кто может запретить нам гулять? Потому что до того, как мы объявили, люди свободно гуляли в этих общественных местах, пели песни. <кх> Теперь я предлагаю это сделать более организованно. Именно под знаками цветов синий желтый зеленый я предлагаю чтобы мы распространяли листовки наклеивали на листовки различные эти маркеры рисовали трехцветные на рюкзаках на лицах мы можем раскрашивать наши балконы вывешивать эти цвета везде мы можем если какие-то наши активисты задержаны в РОВД отвезены, мы можем около РОВД устраивать акции протеста именно весело. Не крики какие-то политические лозунги. Нет, мы будем говорить «Алга Казахстан», «Артка Казахстан» Организовывать веселые монстрации. В интернете вы можете увидеть много такого рода акций, веселых. И обратить внимание, до чего доходит режим. В Шимкенте, например, нетерпеливые полицейские, не зная, что уже делать, видя, что люди поют, танцуют, взяли просто выключили свет. Свет в тех местах, где тысячи людей вечером гуляют, и чем вызвали возмущение. А потом люди пели песни, танцевали, полиция подходила и говорила, что это якобы шествие. Но до этого, когда это делали люди, до нашего объявления, почему-то у полиции не было таких вопросов. Воктал, люди вытягивали канаты, устраивали разные соревновательные игры. В конце концов, туда тоже подтянулась полиция и тоже выглядело очень абсурдно, то есть вызывало смех. Это был позор режима. Вот представьте, когда мы по всей стране организуем такого рода веселые акции, режим каждый раз будет проваливаться, он будет видеть, как на глазах у этой политической верхушки люди собираются в определенные места Каждую субботу нас становится все больше и больше. Я уверен, что наступит момент, когда на площадях нашей страны, в этих общественных местах будут собираться тысячи. И наступит момент, когда мы призовем, призовем наших соотечественников действовать, объединиться и действовать. На этих акциях вы можете увидеть множество сторонников, множество тех людей, которые хотят перемен. Перемены витают в воздухе. Они звучат через набат наших барабанов. Они звучат через музыку. Эти перемены неизбежно настанут, потому что эти перемены хочет весь народ. Нам осталось только обедниться. Объединиться а мы можем весело. Обедниться а мы можем так, что режим не может применить никакие рычаги воздействия, не нарушив сам собственный сам закон. И они будут нарушителями закона своих же законов. Мы их будем загонять в тупик, мы будем доводить ситуацию до абсурда. Вот, собственно, вот таким приемом я уверен, что мы можем объединить народ по всей стране. Еще раз хочу обратиться к согражданам. Уважаемые друзья, на этих акциях мы не призываем сменить режим, мы не выдвигаем какие-то политические лозунги. Это делается с целью, чтобы такого рода акции привлекли как можно больше людей, они были безопасными, чтобы не дать возможность полиции цепляться к людям. Никаких возможностей мы им не дадим. И по сути дела, вы увидите, что через короткое время тысячи наших сторонников будут прогуливаться. Вы будете их знать в лицо, и вы через какое-то время, когда мы объявим масштабную акцию, массовый митинг, именно через такого рода мероприятие вы увидите снова этих сторонников вместе с вами на этих акциях протеста. И, безусловно, мы добьемся смены политического режима. Поэтому мы на субботаже не будем выдвигать никаких политических требований, лозунгов, только смех, только троллинг. Я уверен, что у нас очень много остроумных, симпатичных людей. У нас очень много молодежи, которые придумают массу акций. Я призываю молодежь присоединиться, потому что это ваше будущее. Будущее нашей страны в ваших руках. И еще, уважаемые друзья, я хотел изложить позицию от нашей организации «Демократические выборы Казахстана» по поводу недавнего заявления Путина. Как известно, 1 июля в России а, граждане России голосуют за новый проект Конституции. Новый проект Конституции предполагает, что у Путина есть возможность повторно а, участвовать на выборах президента в 2024 году, все предыдущие сроки как бы обнуляются. То есть президентом Путин хочет быть пожизненно и навечно. Хотя есть в интернете очень много его выступлений начала 2000-х годов, когда он заверял и клялся, что он будет максимум два срока. Но это природа всех авторитарных режимов. Врать, захватывать и узурпировать власть, давить оппонентов, душить свободу, иметь не диверсифицированную экономику, по сути, сырьевую, иметь отсталую страну, иметь режим, который подавляет граждан. И поэтому а, другого от Путина было сложно услышать. Я сейчас хочу откомментировать, что он сказал. И для чего он сказал? Ну, вы знаете, что Россия в 2014 году захватила у Украины Крым, создала сепаратистскую область в районе Донбасса, восточной части Украины. И при этом Путин ссылается на некий референдум свободной воли излияния народа. Я хочу напомнить, что Россия в 1994 году подписала договор с Украиной в обмен на обязательство со стороны Украины передать ядерное оружие России. <coughs> Суть договора заключается в том, что Россия признавала те границы, которые были сформированы при разделении так называемого Советского Союза, когда Украина вышла из состава Советского Союза, как и Россия, собственно. Америка, Великобритания, сама Россия и еще там ряд стран были участниками этого соглашения, и Россия гарантировала неизменность этих границ. А затем в 2014 году их нарушила, сказав, что это были исконные территории России, нарушив все международные договора, которые были подписанной самой Россией. И ссылка на референдум, она вообще не выдерживает никакой критики. Якобы это была свободная воля извлечения народа Украины. Дело в том, что не может одна область автономная отделяться от Украины без проведения референдума всех граждан Украины. Это в Конституции Украины, везде все закреплено, во-первых. Во-вторых, это говорит диктатор России и где в России так называемые федеральные республики существуют в составе России, это федеративная республика. Но мы же все прекрасно знаем, что законодательство России не предполагает проведение никаких референдумов. То есть фактически это считается преступлением. То есть на территории Украины независимой был проведен так называемый референдум под автоматами именно независимой Украины. А сама Россия по закону никто не имеет права провести референдум. Это карается уголовным преследованием и тюрьмой. И вот представьте такое двуличие. Для чего Путин <coughs> делал высказывание о том, что якобы, когда Советский Союз развалился, союзные республики ушли с большими территориями, с какими-то активами, как он сказал, был сделан подарок, подарок этим республикам. Ну, во-первых, если уж был сделан подарок, то Путин, наверное, нужно забыть, о этом подарки. Подарки дарят и уже забывают. В тот же момент, когда ты передал, объявил, что это подарок, если это подарок. Во-вторых, я хочу прояснить свою четкую позицию по этому поводу. Никаких подарков Казахстан от России не получал. Более того, нахождение Казахстана в составе как Российской империи, так и в составе Советского Союза принесло нам гигантские страдания, потери огромного количества населения, чего стоит только Голодомор 30-х годов, когда комиссар из Москвы Голощекин своими действиями привел к тому, что половина минимум населения погибла от голода. Это об этом подарке говорит Путин. Или он говорит о подарках, когда в Симпалатинской области был организован ядерный полигон и проводились открытые наземные, воздушные ядерные взрывы. Я даже не говорю о подземных ядерных взрывах, когда практически проводился нечеловеческий эксперимент над живыми людьми. Сотни тысяч людей погибли, умерли от рака и от разных болезней в результате такого подарка. Я хочу напомнить, что в Советском Союзе мы были частью этого большой страны. Я сейчас не хочу говорить один только негатив, но я хочу сказать следующее, что когда нам Путин говорит, что якобы нас чего-то научили, чего-то подарили, какие-то заводы построили, я хочу напомнить очень простые примеры. Взять, например, Арабские Эмираты, которые были Нищими имели пустыню, море, бедуины, верблюды и больше ничего. Но когда они получили реальную независимость, перестали быть английской колонией, когда они нашли нефть, эти страны сейчас по уровню доходов являются ведущими, одними из ведущих в мире. Или взять следующую английскую колонию Сингапур, которая просто была транзитным островом, нищая страна, даже питьевая вода была привозная. Сейчас по уровню доходов в Сингапур входит в число ведущих стран мира. Там и разные биржи, фондовые рынки и все прочее. Сингапур это цветущий город с населением сейчас около 5 миллионов человек. То есть, когда эти колонии, бывшие колонии, добивались независимости, они все добились больших успехов без Англии. Так же и мы. Когда мы находились как часть территории в составе Советского Союза, я могу напомнить, что вот я, например, учился в Москве и жил в Алмате до этого, когда первые два курса учился в Казахстане. В магазинах был полный ноль. Невозможно было купить ни колбасу, ни мяса, ничего. При этом Москва была забита этими товарами. То есть и Казахстан, и другие регионы, в том числе Украина, кормили ту же самую нищую Россию. Но кормили не потому, что Россия плохая, а потому что система политическая, так называемая советская, была построена так, что все так называемые были равны, но были нищие, бедные. Что бы мне ни говорили, я половину жизни прожил в этом Советском Союзе и прекрасно знаю, неэффективное государство еще плохое не разваливается. Все те, кто защищает Советский Союз, я скажу так, Плохое не разваливается. Именно потому, что она была плох плохой страной, тюрьмой народов, когда существовал только один язык, и другим национальностям не давали возможность развивать. Это, кстати, сейчас в России то же самое происходит. Это была тюрьма народов. Это нужно смотреть правде в лицо. Мы от нахождения внутри Советского Союза ничего не получили. Более того, я скажу, что нас присутствие внутри Советского Союза, по сути дела, отбросило нашу страну назад. И примеров в мире много. Я привел пример Объединенных Арабских Эмиратов, в Сингапур. Примеров много в мире можно найти, когда государства получали независимость. Это вот Малайзия, например. Именно тогда они расцветали, поднимались, развивали науку, культуру, становились богаче. Таких примеров много. Поэтому пусть нам Путин не рассказывает сказки, что он нас облагодетельствовал. Пусть не говорит, что мы, оказывается, уехали с чужой территории. Вы прекрасно знаете, мы историю хорошо знаем, где чьи территории. Мы просто на них не претендуем и не будем претендовать. Потому что, когда Советский Союз развалился, были подписаны соответствующие договора в начале 90-го года. Все, и нужно забыть. А если это все вспоминать со времен царской империи, наверное, нужно вспоминать Золотую орду и так далее. Далее, я знаю, что в нашей стране есть многие люди, которые считают Пу Путина Бэтменом, неким героем, который поднял Россию. Нет, это не тот человек. Путин и российский народ, многонациональный народ, я считаю, это разные люди. Независимо, кто будет у власти, Путин или кто-то еще, мы всегда будем дружить со своими соседями. Независимо от них, мир, дружба никак не зависит от этих людей, которые захватили власть и теперь нас пытаются поучать, упрекать. Мы независимая страна, мы будем строить свои сильные независимые государства, мы не будем ни с кем ссориться. Но не надо нас обманывать, не надо пытаться исковеркать историю пытается принизить наше государство, принизить нашу нацию. Мы будем дружить и с русским народом, мы будем дружить и со всеми гражданами, которые населяют территории современной России, независимо от Путина. Путин и российский народ – это разные категории. Путин – это просто человек, который дорвался до власти, узурпировал власть, он такой же, как Назарбаев. Это моя четкая позиция по этому поводу. И мы будем всегда дружить именно с Россией, будем выстраивать нормальные торговые отношения. И, безусловно, мы все должны помнить, что нахождение в Советском Союзе, построение фабрики, заводов, которые якобы нам ставят заслугу, надо понимать, что мы были сырьевым придатком этого государства. А если бы мы были бы независимым государством, пример арабских стран и других стран показывает, мы бы были сейчас на другом уровне. Потому что в нашей стране колоссальные природные богатства, и мы их используем на благо развития нашего государства. И пусть Путин нас не упрекает. Пусть нас Путин не упрекает, не пытается нам навязать, что оказывается он был спасителем. Все, что он сейчас делает, вспоминает прошлое, историю. Все время вспоминает о великой победе во Второй мировой войне, в которой погибло около 46 миллионов человек. Он не говорит о миллионах запытанных в сталинских лагерях. Он не говорит о миллионах, которые погибли в Казахстане от Голодомора. Он не говорит о взрывах ядерных. Он не говорит о полигонах на наших территориях. Он не говорит о Байконуре, который за условные деньги арендуется Россией. И оттуда Летают ракеты, из которых Россия зарабатывает сотни миллионов и миллиарды долларов. Это все делается с нашей территории, с нашей исторической, любым способом, что бы вы ни говорили, это никоим образом не относится к России. И надо Путину забыть принять ситуацию следующим образом. Мы являемся независимым государством с 1991 -го года, и мы будем развиваться. Автономно мы будем сильным государством и построим крутую страну. Поэтому, уважаемые друзья, мы не должны поддаваться на провокации. Какие-то отдельные граждане высказываются, якобы мы должны стать метрополией или частью России и так далее. Это все ерунда. Это делается для того, чтобы перед первым июля, когда было подписано, был референдум чтобы вызвать приток сил, поддержку той части населения, так называемых, как я их называю, Крым наш. У нас тоже есть люди, которые сейчас начнут возмущаться, нападать, и таким образом власть будет нас разделять. Мы все должны знать следующее. Мы единые нации. Мы многонациональный народ Казахстана. Наш враг. Это нынешняя политическая система, авторитарная, коррумпированная. Наш враг – это режим Нурсултана Назарбаева, который захватил все богатства страны. И они эксплуатируют ваш труд, чтобы обогащаться и обогащаться, и держать в нищете наш народ. Разделять, делить по национальному признаку, по языковому признаку. Мы должны все это отнести в сторону и сказать, мы единая нация, мы добьемся перемен. Мы выгоним этот режим и построим сильное демократическое государство. Все это мы сделаем только тогда, когда мы прекратим реагировать на эти вбросы, неважно, Путина, еще кого-то. Мы не будем реагировать на попытку нас столкнуть с другими национальностями, которые живут в нашей стране. Мы все граждане этой страны. И мы должны добиться перемен, до этого мы должны объединиться. Алга Казахстан.